Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, уважаемые. Это устройство Realme GT Neo 2. Сейчас я покажу, как на этом устройстве изменить дату и время. Для этого мы с вами нажимаем «Настройки», спускаемся вниз, нажимаем на кнопочку «Дополнительные настройки», нажимаем «Дата и время», отключаем автоматические «Дата и время», затем нажимаем «Дата» и выставляем нужную нам дату. Ну и с временем точно так же. Время. И все. Время установлено, дата установлена. Если мы сейчас с вами зайдем в какой-то там календарь, мы увидим, что сейчас январь 2020 года. Ну, хотя вы можете сказать, это видео могло сниматься фиг знает когда, поэтому почему бы, собственно, и нет. Ну, а как вам такое? Стоп, друг. Сейчас 2024. Ну, возможно, этот календарь этого просто-напросто не видит. А ты год видишь? Рук? Месяц? Год? Ладно, я не знаю, какую мне дату сейчас предлагает. Но факт в том, что система видит, что мы сейчас в 2024 году. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч, до свидания.